Перед вами выставка культуры материалов пермской художницы Елены Слопцевой. Эта выставка – видеоинсталляция. Действие ее разворачивается как внутри видеоработ, так и на границе экрана между видео и реальным миром и в пространстве, где встречаются несколько произведений. Главные герои здесь – графика, линия, штрих, черное на белом. При входе в экспозицию вас встречают два экрана. Они задают правила, по которым далее на выставке создаются и оживляются изображения. Вот видеоанимация. Вот реальный металлический объект, выступающий из экрана. А вот тень, которую он отбрасывает на видео. Похоже на солнечные часы. Кстати, и третья видеоработа в этой части выставки тоже может напомнить нам о часах, на этот раз о песочных. Только вместо песчинок в них сыплются скобы, вроде канцелярских или строительных. Вообще скоба – формальная и смысловая единица на этой выставке. Видео, которое мы только что посмотрели, по форме – очевидная отсылка к абстрактному минимализму 60-х годов. А вот в работах, которые мы видим сейчас, есть намек на ready-made Марселя Дюшана. По сути, каждая скоба здесь – это ready-made. Строительные скобы как будто перемещаются из одной кабинки в другую. Похоже на раскадровку к анимации. Движение от хаоса разбросанных скоб, которые мы видели в первой кабинке, к функциональной лестнице и затем к рисунку с изображением рельсов и шпал железной дороги. Кстати, с этой дорогой мы еще встретимся дальше в экспозиции. Обращаясь к скобам, художница затрагивает в разговоре с нами сразу несколько важных тем, и хорошо известный всем россиянам скрепы лишь одна из них. У скобы множество функций. Она связывает, стягивает, но вместе с тем травмирует, разрушает поверхность, оставляет на ней следы, шрамы. Она может ассоциироваться с надежностью и постоянством, а может, наоборот, с чем-то временным, наспех построенным. Мы переходим в следующий зал. И здесь еще три видеоинсталляции. В отличие от предыдущих, эти более фигуративны. На встроенные в экраны минималистичные объекты из металла нанизаны, подобно кассовым чекам, чистые холсты. Они символизируют традиционную художественную школу – картину. Скобы в видео здесь подчиняются эскизу – рисунку «Пермь первая» советского художника Леонида Попова. В анимации штрих рисунка Попова заменяется уже знакомыми нам скобами, которые оживляют мягкую нейтральную манеру художника, придают линиям остроту, экспрессию. Анимация создана при помощи общедоступных математических алгоритмов программного обеспечения, попросту софта. Художница специально не придумывала собственных алгоритмов, а использовала готовые. Так проявляются приметы нашего времени, развитые технологии, автоматизация, затрагивающие большинство сфер человеческой жизни, включая искусство. Звуковой ряд в выставочном пространстве, шум, гул – тоже результат работы алгоритма. Звуки, относящиеся к степлерам и скобам, взятые из открытого банка данных, воспроизводятся алгоритмически в случайном порядке. В концепции выставки есть скрытая ирония. Отчасти в экспозиции повторяется жанр живых картин, масштабных медиаинсталляций, призванных оживить интерес публики к классике, которую наши современники уже не могут воспринимать само по себе, без какой-то особой фишки. В случае подобных выставок Айвазовского, Кандинского, Рериха, такой фишкой становится укрупнение, анимирование фрагментов, например, трава или облака приходят в движение. У нас на выставке все наоборот. Оживление рисунка Леонида Попова парадоксальным образом происходит через распад изображения, его разрушение. Попов никогда не был художником известным. В середине прошлого столетия работал, как сейчас говорят, с локальным контекстом. Рисовал Пермь, потом оказался в глубинах музейного хранения и был практически совсем забыт. Его появление на выставке «Культура материалов», конечно, не случайно. Елене Слопцевой интересен Попов и графической манерой, и вниманием к городу, и принадлежностью к художественной традиции середины XX века. Есть здесь и личная история. Художница Елена Слопцева происходит из семьи, далекой от искусства. Ее близкие пытались отыскать в родословной хоть какую-то родню, занимавшуюся творчеством. Поговаривали, мол, был какой-то родственник, художник по фамилии Попов, которого вроде бы показывали в Пермской художественной галерее. Тот ли это Попов, сегодня мы не знаем. Но эта история обнаруживает в выставке еще один скрытый сюжет, связанный с ученичеством, самоопределением и поиском корней.
Вернемся к выставке. Перед нами еще одна инсталляция. И в ней вновь встречаются мотивы созидания и разрушения. Масштабная абстрактная композиция состоит из крупных П-образных элементов, выполненных из металла. Эта работа похожа на замершую анимацию, на стоп-кадр из видео, где распад, разрушение фиксируются в состоянии некоторого нового порядка, а движение замыкается во временную петлю. Ну и в завершении выставки вернемся еще раз к Леониду Попову. Небольшой раздел в конце экспозиции представляет его работы, посвященные видам Перми. Можно встретить здесь и лист «Пермь-1», легший в основу видеоинсталляций Елены Слопцевой.